едем на проспект, двигаемся. Да, в сторону Сингапура. Едем же опять же по этой полосе. По сути, если мы на экзамене затупим что-нибудь, да, едем на Владивосток, вот он скажет, где у нас Владивосток. Указатели у нас есть. Да. Владивосток направо, да? Право поворотник. Или у нас преимущество, но все равно какой-нибудь там может быть интересный случай, когда кто-то влетит и проигнорирует знак «Уступи дорогу». Стрелочка нам что говорит? Только поворот направо. Зажимайся вправо. По всей дороге не гуляем, мы с тобой еще не принцесса, не королева. Здесь тоже поворотник указывает, потому что есть тут поворот налево. Двигаемся, двигаемся смелей. Сплошная линия слева, видишь? Да. Вдоль нее ты можешь смело двигаться. Знак «Уступи дорогу». Поворотник причина. Пропускаем товарища. А теперь с газом выходим в полосу. Вот так вот, молодец. Давай в самый левый ряд пошли. Поворот не включила, зеркало посмотрело, никого. Да? Самый левый? Самый левый, да. Во-первых, будет всегда поворот не включил. Всегда удобно будет по левому ряду ехать. Потому что там, где вот УАЗик едет, у него конец полосы, и у автобуса конец полосы. Не проигнорировали действия свои, поворотник не включили, и наглую пошли. Видишь, ты с самого крайнего левого ряда превратилась, опять переехала в крайний левый ряд. Разгони автомобиль. Заслушаешься сейчас. Видишь, молодец. Реакция есть. Еще бы стабилизация не пригла бы на телефоне. Не бесит этот телефон. Поехали, поехали, заяви о себе, давай, газ. Давай, 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 давай. Выбирай-ка место для разворота. Полно, в принципе. Полно, ближайшее место. Вот тебе и поступила команда. Ближайшее место для разворота. Раз, два, три, не сдавай экзамен, все. Не сдавай. Что? Разогнанная машина. Ну тормози, включила бы поворотник. Ладно, в одну лунку, как говорится, не попала. Ну во вторую, вот что тебе здесь мешает? На экзамене. Да тебе на экзамене не будет никто ждать. Понимаешь, вот он скажет тебе ближайшее место для разворота. Мы, конечно, самые легкие пропустили. И пошли на перекресток, на самое тяжелое. Ну, хорошо. На перекрестке как мы поступаем? Стоим, 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 стоим. Сейчас едем. Ну, на перекрестке как мы должны развернуться? Дождаться, да, того момента, когда не будет. Да какой красный? О чем ты говоришь? Мы вообще должны двигаться на зеленый сигнал светофора. Но так как мы по встречке пропускаем всех людей, правильно? Мы должны дождаться, когда будет какой-нибудь окно среди автомобилей, их не будет, и закончить свой маневр. Либо, когда загорится красный сигнал светофора, они остановятся. Закончить свое движение, так как мы стоим уже на перекрестке. Нет, только я не вижу светофор с одной стороны. Сломан или что? Видишь, у нас доверху светофор, видишь, он не горит. Крути руль. Мы не ждем светофора. Крути руль. Крути, 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 крути. Зеленый горит? Да. Молодец, выбирай место для разворота. А нет, давай для остановки. Удача и сна? Да.
ближайшее место для остановки. Поздравляю, ты не желаешь за ним. Выбирай место для разворота. Так, и тебе скажи, где можно было развернуться. Развернуться или остановиться? Остановиться. За знаком, где знак был, видела со стрелочкой, до знака остановка запрещена, да? Да. Видела этот знак? До знака. Перед, вот знак проезжаешь и сразу останавливаешься. Можно. Конечно. Работай сигналом, если не собираешься никого пропускать. Перестроиться. Ну ладно, я не знаю, я же тебе сказал давно уже, что нужно газу, газу. Включай повороты. Хочешь, я тебе еще раз покажу, как можно развернуться? Левый поворотник включай. Дело в том, что здесь выезд есть контура, да? Вот. Можно прямо тут остановиться. По сути. Правилам дорожного движения я могу тут разворачивать. Рутирую. Так как сзади, в принципе, нас подперли. Рутирую, я не говорю ехать. Рутирую. Сейчас. Вот. Рутит, поехали. Нас пропускают. Газу, газу, спасибо. Газу, газу. Правый ряд, правый ряд. Правый вот ряд. Так, конечно. Удобно. У тебя же неудобно было выезжать. У тебя радиус, круг, понимаешь? Ну такие развороты, это ближайшее место для разворота. В принципе, у наших инспекторов боятся, когда вы так делаете, но это не запрещено. Но опять же, только с этой стороны, со стороны северного, да, поворот на контур был, получается. Угу. У них стрелочка, да, показана, была дополнительная полоса. Угу. Вот. Мы тоже с той стороны едем, у нас полосы этой нет. Но в контур же можно было в южный выезжать, а так налево, да, получается? Вот. Также мы и на дороге останавливаемся, но не мешаем тем людям поворачивать на контур, которые едут с северного. Не занимаем их полосу. Не поняла? Поняла. Вот посмотришь видео и можно. То, что выезд с контура был, развернуться можно было. Да, потому что прерывисто. По возможности в левый ряд. Набирай газ. Во-первых, вы стояли напротив тебя, стоял грузовик. Запомни, грузовик никогда быстро так не поедет, как легковая. Ну, в смысле, он может разогнаться, но не так быстро. И если ты ускоришься с места, да, но опять же, когда все пешеходы там пройдут, ну, адекватные поступки такие если делать, то ты быстренько можешь уйти и перестроиться. Это нормальное время. Разрешенная максимальная скорость на данном участке дороги. 60. Выбери ближайшее место для остановки и остановись. Да, честно? Да. Что ты должна сделать? По возможности перестроиться. Конечно. Так, ну здесь уже нельзя. Ну ты разгони немножко машину. Нельзя. И останавливаться в крайнем левом ряду, как бы тоже без причины. Поворотник отключить. Мы же не рыбу ловим, где надо подсекать. С поворотником едь, говорю. Тихо. Он сейчас еще на нас свои какашки там выйдет. А что так долго перестраивалось? А там знак висел, видела? Остановка запрещена. Где? Где? Когда я тебе сказала, выбирай место для разворота. Вот и движение включил, по-моему. Но поехали. Суть дело в том, что
там был, в принципе, перекресток, обозначенный главной дорогой, знаком даже. В принципе, тебе повезло. Если бы ты остановилась до перекресточка этого, ну, это бы не сдача экзамена. Да? Посмотришь видео, и там все прекрасно будет видно. Левый ряд, соответственно, будем по развязке уходить и возвращаться. Запомни, в эту сторону, в сторону северного, в южный, по проспекту, один знак, остановка запрещена. Она находится где-то там, напротив базы 1600 многорядов. Вот. А если мы сейчас поедем... В эту сторону, с северного в южный. С северного в южный, да. Мы сейчас поедем по маршруту, разворачиваться будем. Ускоряй. В левый ряд. Во, видишь? Так можно с места перестроиться. Но опять же, это если адекватно ты себя ведешь. Ну, сейчас мы с тобой разворачиваемся по развязке с круговым движением, да, у нас получится. И до большой мы посчитаем, сколько знаков остановки запрещено. Давай. Поворотниками не работать будем. Не гуляй по всей дороге. Да мне плевать на эту лужу, по сути, да? Лучше медленно проеду, чем быстро, но объеду ее. В зеркало смотрим. Надо в правый ряд перестроиться. Газу. Давай еще раз в правый ряд. Я сейчас объясню, почему. Лучше всегда перестраиваться в этот ряд, если мы не едем на промышленную. Почему мы в этот ряд перестроились? Только потому что, чтобы сейчас на развязке... Попасть в нужную полосу. Да, мы позже могли бы попасть, но там будет тяжело перестроиться. Лучше, да, есть возможность, мы перестроились до... Не, ну это вообще наглость. Я думал, он на остановку хочет товар там разгрузить. Почему мы ты, вот, видишь, и наша полоса, мы едем по этой полосе, поворотники мы не включаем, мы едем по своей полосе, вот, по центру, видишь? Включила правый поворотник и выключила, потому что мы не перестраиваемся, лови знак один, какие знаки видишь? Повторяю. Остановка запрещена, поворот налево. Куда? А, направо. Движение только направо, остановка запрещена. Где можно остановиться? За перекрестком. Давай, останавливайся. Дядька на тебе, жуки чуть не... Все, поехали, выключай поворотник. Это был первый, да, знак, остановка запрещена? Так, зеленый горит. Здесь всегда лучше на Пекине, на ресторане, перестраиваться в левый ряд, но по возможности. Давай. А все почему? Обратите внимание, да, тут машины выезжают и нас вынуждают ехать по сплошной. У гаишника это нельзя. Выбирай место для остановки. Какие знаки видишь? Второй знак остановки. И пешеходный переход, остановка запрещена. Это был второй знак. Это третий знак. Но команда не отменяется. Наши действия с тобой должны не остановиться. Давай направо едь, в правую полосу. Вот. Мы три знака увидели, а знак еще действует. Действует. До перекрестка. Либо до парковки. Вот здесь можно остановиться. Вот видишь, это является парковка. Когда линии расчерчены, да, на уширение, это парковка. Либо знак стоит парковка. Поняла? Надо было согласно этим линиям заехать. Это считается, мы заехали на парковку. А парковка, действие знака на парковку не распространяется. Вот у нас задачу, помнишь? Да. Мы не остановились.
вообще. Мы не остановились. Вот. А еще что должна сделать? Ну, ты выключила передачу. А что еще должна сделать? Оставить на... Да, стояночный тормоз. Вот, все, теперь поехали. Вот эти действия элементарные. Мы постоянно забываем. Да не надо так сильно уходить, мы в полосе стояли. Вот, было три знака, давай дальше считать. Смотри, очень внимательно. Вот он знак, его спрятался, его не видно. Но ты с ним, с гаишником не поспоришь. Он есть? Есть. Его мы увидели? Увидели. Это был четвертый знак, да? Он пятый знак. Но опять же, выбирай ближайшее место для остановки. Знак показывает... Так, здесь вот 5 метров. Да, останавливайся, поворотник, включи. Включи поворотник. Вот, все, есть же 5 метров. Есть? Да. Есть. Вот. Все, поехали. Поворотник включила, выключай. Это какой был знак по счету? Пятый, да? Пятый. 5 знаков мы увидели. Вот, вот. Не, мы не надо перестраиваться, мы сейчас поедем уже в сторону автодрома. Да. Хорошо и направо. Вот здесь тоже, видишь, разметки начерчены. Можно остановиться? Внесены, да, можно останавливаться. Ну, хотя здесь и так можно, по-моему, останавливаться, и здесь можно останавливаться. Вот шестой знак, да? Да. Шестой знак. Остановка запрещена. Это уже непосредственно на световой опоре стоит. В районе остановка 3 октября, да? Так, мы здесь едем направо. Опять же, на вот этом участке на Пенниците знак 40 стоит, его плохо было видно. Но он здесь есть. Едем. Или двигаемся. Как правильно? Продолжаем движение, да? Направляемся. Согласно знакам, что мы должны делать? Уступить дорогу. Кому? Движущимся с правой машины. Слева по главной дороге. Слева по главной дороге. Поворотник включаем. Едем прямо. Никого там нет, он далеко. Немножко сместилось. Все, выключаю поворотник. Все. Мы уже полноценные участники дорожного движения. Это уже улица Карла Маркса. Самое интересное, вот ребята стоят, у них, ну, они пропускают пешеходов на улицу Промышленную, стрелочка всегда горит направо, даже на красный сигнал светофора мы должны уезжать направо, там стрелка прям показывает. А вот если ехать со стороны аэропорта до первого путепровода, где трасса Восток, ну, грубо говоря, первый мост от аэропорта перед авиагородком, там поворот направо и движение прямо, но стрелочка горит, движение, ну, дополнительное секция. Но можно остановиться прямо в полосе. А многие вот все сигналят, там бедные аж обсираются, извиняюсь за выражение, типа уезжает вот стрелка для поворота направо. Нет, там движение начерчено и прямо, и направо. Что когда-нибудь я это покажу. Что это табличка знает? Знак стоп. Если будет гореть красный, надо остановиться возле знака. Выбирай место для остановки за регулируемым перекрестком. Ну, кстати, я на камере свой голос вообще не вижу. Я их не просматриваю, потом я их загружаю и не смотрю, знаешь. Ну потому что хочется сказать, да заткнись ты уже. Не, ну самое главное, кому ты помогаешь. Люди мне говорили неоднократно, почему и просят снимать такие видео, чтобы дома посидеть. Да, вот через телефон у меня хорошее качество, хорошее. Сел на компьютере. Мы сейчас перестроимся. Что хочешь делать? Ну задачу свою помнишь, да? Что ты должна сделать? Развернуться за регулируемым перекрестком. Уверена? Да. Или остановиться? Нет, перестроиться. Развернуться, я сказал. Развернуться.
хорошо. Развернулся, значит, развернулся. Что такое? Это пешеходный переход регулируемый. По-моему, я сказал остановиться. Нет. Развернуться. Ладно, посмотрим по камере потом. Так это было на 19 минуте нашего с тобой эфира. Ближайшее место для разворота найди. Выбери. Ну, сейчас мы запись остановим и посмотрим. Крутируй. Газу дай. Жить хочу. Смелей, 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 смелей. Иди на меня. О, газу, 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 газу. А потом только думай, что нужно сделать. Так, давай выбираем место для разворота. Отпусти ты тормоза, господи, подъедь к ним, подъедь, подъедь. Ты же должна доехать. В зеркало посмотрела, никого нет. Крути руль, поехала. Крути. Удобную полосу. Удобную полосу, конечно. Вот, вот так, понимаешь? Поняла, как это делать? Но опять же, когда я тебе говорю подъедь, подъедь, ну только далеко не уезжай, чтобы вдруг машина поворачивала, получается, во двор, да? Мы напротив двора разворачиваемся, чтобы мы ему не мешали. Понимаешь? Это у него полоса для поворота налево, у нас, в принципе, полосы нет. Ну, никто нам не запрещает развернуться. Вот двойная сплошная закончилась и сразу за ней развернулась. И вы тоже, товарищи, ученики будущие, водители, кандидаты в водители, смотрите и запоминайте. Если знака разворот запрещен и движение прямо по полосам, такой разметки нет, соответственно, можно выполнить такое действие. А сейчас мы посмотрим, что я нашей Анютке сказал, развернуться или остановиться. Выложим это в YouTube, и вы смотрите сами. Всем пока!